ребята, кто-то опять стырил камеру у Фрэнки. Не опять, а снова. Не снова, а опять. Журчи отсюда куда подальше. Буль-буль-буль-буль. Сегодня день Святого Валентина. Ребята, вы отмечаете этот праздник? Какой секси-жирафик. Джексон, ты что тут забыл? Хоулин, я возьму этого жирафика себе. Пойдем, мой жирафик, иди к мамочке, мой хороший. Но это же декорация. По-моему, день Святого Валентина глупый праздник. По крайней мере, я не вижу ни ничего. Все для тебя, рассветы и туманы для Шел тебя. Шел вон отсюда! Моря я тебе когда океан. Сказала выходить? Что же вы все такие тупые? Я уже забыла, о чем говорила. Ах да, сегодня мы узнаем мнение монстряшек об этом празднике. Именно так я отмечаю некоторые праздники. Друг Лаура, что нужно для того, чтобы хорошо отметить День Святого Валентина? Любимые друзья, любимая семья, любимый человек. Кто-то близкий, кто-то, кто тебе дорог. Для меня таким человеком оказался Клод. Эмили, что нужно сделать на 14 февраля? Взорвать планету! Ой! Даже не знаю. Моя мелкая. О. Зачем любить? Зачем страдать? Пошли всех! Иу, кто хороший мальчик? А вот это неожиданный поворот. Если тебе никто не написал валентинку, то зови меня. Щепотка магии. Вуаля. Я не знаю, нафига кому-то столько валентинок, но раз ты так ноешь из-за этого праздника, на, хоть купайся в этом ванильном дерьме. Но, конечно, никто не хочет остаться без внимания в этот день. Поэтому пусть вам принесут столько валентинок, что от удивления вы скажете: «Вау! Это все для меня! Это все для меня! Для меня! Чей-то выход!» Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя. Спасибо большое за просмотр. Пока!